С осторожностью, глядя на данные последних дней, специалисты прогнозируют дальнейшее улучшение коронавирусной ситуации в нашей стране. Тем не менее, расслабляться, что называется, нельзя. Больничная касса приступила к оповещению тех наших жителей, которым пришло время сделать бустерную дозу. Прежде всего, СМС от больничной кассы будут приходить людям в возрасте 65+. Бустерная доза от COVID-19 является третьей защитной инъекцией вакцины, которая рекомендуется взрослым по истечению не менее 6 месяцев после полного курса вакцинации Pfizer и Moderna и через 5 месяцев после прививок AstraZeneca и Janssen. Узнать о том, пора ли вам идти ставить бустерную дозу, можно, не выходя из дома. Проверить срок, когда вот подойдет срок для бустерной дозы, можно на государственном портале sikiluku.ie. Там же можно зарегистрировать время на вакцинацию, а также своего семейного врача. Можно зарегистрироваться на вакцинацию или в пунктах вакцинации. Любой человек старше 18 лет при желании также может получить ревакцинацию. Исследования показали, что со временем иммунитет, полученный как в результате вакцинации, так и в результате болезни, ослабевает сильнее и быстрее у пожилых людей. Некоторые начинают переживать, что те вакцины, которые есть на рынке, не справятся с новым штаммом омикрон, которого пока еще нет в Эстонии и в Европе не так много случаев. Однако специалисты уверяют, что существующие вакцины должны справиться и с этим штаммом. И еще раз обращают внимание как на вакцинацию, так и на важность бустерной дозы. Все коронавирусы родственники между собой, поэтому вакцинация должна в какой-то мере хотя бы защищать и от новых вирусов. Мы сейчас говорим о дельта-вирусе, который превалирует в Эстонии. Против него вакцина эффективна, и бустерная доза советуется всем провакцинированным первичным курсом. Если вам еще не пришло уведомление от больничной кассы, ждать его не обязательно. Лучше всего уже сегодня зайти на сайт digilugu.ie и проверить информацию относительно бустерной дозы. Если сложно разобраться с этим самостоятельно или нет доступа к компьютеру, позвоните своему семейному врачу, и он вас обязательно проконсультирует по этой теме. А на сайте vaccineri.ie можно найти всех тех, кто оказывает услуги по вакцинации. Например, расположенный на площади Вабадузе стационарный пункт консультирования, тестирования и вакцинации от COVID-19 открыт каждый день с 9 утра до 9 часов вечера. Вадим Алышкин, Марта Инло, новости Таллина.